нужен спирит. Какой кожаный я ткань, Эдик? Там типа они противоположны. Если он такой, то там ткань удивляется. Что, ВТФ у нас еще с концами, да? Угу. Будем-ка менять на кого? Мола. Сманить. Мол, и геймплей от недели к неделе зайти за счетами или на замену, когда попасть. Хорош. Отдайте рыбку. Закиньте, я сегодня буду закидывать, что-то у меня багает сильно. Адель, у тебя лоха 18,6. Общий 303. Короче, Ген, закинь опять. Угу, спасибо. Кто слизней водит? Кто из вас хочет слизней водить? Да мне без разницы. Вот, левичка пусть водит. Забафайте молу. Адель, ты стабильный лох. Получается. Хи-хи. Ну, Кентури, так-то лучше написать, какой босс где. Адель, нихуя, я это... 12к дамажу. Ну тут гнилой стоит, вот. Бля, блэкич. Понял. Yes. Что, блядь, происходит? Вас не учили отходить? Блэкич, ты АФК съебался все-таки или че? Ну вот и вали на свои 30 секунд. Еще одного, блядь, офтнула. Ладно, хоть вернулся. Скажу гимн на ХП, мола, будешь кастовать.
Не забирай большого, не забирай большого, не забирай большого. Паскастугин. Земля себе пухом. Нажми, нажми просто, продвигаем. На F, ты проебал нитрат. Толчи ладон. Блять. Блять, я на тебя стрелял. Ну ты целка, но прямо. Лестница, пожалуйста. Уже. Мираю, солнышко, тебе интересно? Звучало как сарказм. Кран нажали? Краник, жмите там. Да, нажали. Нажали. Сейчас подойду, пока нет. 5% крита осталось забрать. Пиздец, ну фант можно валить, пиздец, по-царски. Тебе нравится хоть играть в ММ? А чё, он умер, что ли? Чё стоим? Может, лог пока это откроет? Да похуй, давай заходим. Так лог бы просто взял. Остальные сдохнут. Зачем вот все туда бежить? Сука, войд, блядь! Чё? Вернитесь назад, спейси. Выйди эту хуйню, пожалуйста. А оно не запускается, что-то. Ой, блядь. Что-то не запустилось. Просто надо дальше было пройти. Сука, не могу пролезть под трубу. Никита тут? Сколько у тебя осколков? 35. Мало. Дайте колючки. Еще 65 будет. 100 надо. Наеваешь бы. Понял тебя. Ничего, я тоже им. Вопрос к танкам. Кто из вас умеет сидеть в куклу? Левичка в куклу. Танчик. Мы играем под зеленой колбой. Я что-то понял. Еще рассказывать надо? Нет. Прекрасно. Перерыв. Официальный бот после профа, а там вы еще на синдре. Ой, блядь, на вальке плюс трэш до синдры. Там хуйней пострадаете. Танчик, у меня вопрос к тебе сразу. Ты вообще умеешь сидеть? Кукля? Да что ты, блядь, разворачиваешь? Да. Танчик. Да. Умеет. Окей, хорошо. Загакулина, ты как? Да меня не пускает. С ней рыб будешь ставить или я буду свою все время ставить? А так я смотрю, кто-то ставит, я ее даже с губы не брал. Я личную ставлю, потому что... Так, а затем да, ставишь? Я буду ставить, все, забей про рыбу, я буду ставить. Опять, блядь, ну нахуй, блядь. Зигу сегодня раза с пятого только пускают весь день. Может кто поделиться банкой на пузо СПД?
Одну чарку я дам. Ну, я поняла. Ну, давай мне трейд, а вообще масло у нас свое. Выдаем только фласки рыбу. Давай трейд королеве. Понял. А, СПДшная у меня, да. Не-не, ладно, мне с ней фикс, да. У тебя абсолютно спасибо. Жизнь есть, я тебе скрафчу. Да я просто крафтил, кончились уже. Да не, мне фикс дал. Тебе просто... дать фикс? В банк выложил. А, все, спасибо. Его опять выкинул, короче. В смысле фикс? Этот Викс, ну, он ренейм сделал, я его взяла. А, бля, я думаю, что это за шипы? Зачем нам еще один шипы взять? Есть практика ливающих брать? Вот я решила взять Твикса назад. Да нет, Твикс хороший. Бобр, это ты спрашивай его про босса, ДКшник, он РЛ, и там договаривайся с ним. И я не имею никакого отношения в этом плане ко второму рейду, я тут ничего не решаю. Бля, Загогулина. Давай, ребят, не все верят. Меня не пускает в игру. Меняйте меня. Хуй с тобой. Никого нет замены, все, блядь, где-то там. Там, кто там был? Беба говорил, что он должен прийти. Я могу написать, спросить, и Рога был бы неплох. Милов, а тебе есть каска и так. А как? Чё, Бобр? Что пишешь? Ты кто вообще, блядь? Ретрик наш. Не наш в гильдии. Я после профаза иду на своего перса. Шите брат писал. Что, блядь, кого, куда? Короче, там, я так поняла, Бобр и Кони Бобби, блядь, или как-то так, короче, Вар, они два брата. Типа, одного не будет, и он зайдет на другого человека. Ни коней, ни бобов не знаю, извините. Ну как там? Ну скажите, хули вы ржете? Спасибо, что тебя? Фига, как жизнь? Спейси, что тебе? Почему ты не принимаешь РЧ? ССы. Спейси по бигмаме, эфир по бобру. Бобр, который конь, блядь, бобер. Ты сможешь кинуть диван по танку? Да, нет. Не в скобочки, все, красава. ССы на третьей фазе. Тебе прямо сейчас сказать, какому, или потом сойдет? На кого бог пошлет, кидай, ебать. Ну вот и все, блядь. Я еще не зашел, я еще не в комнате. Похую. Ну, блядь, атака. Там один чел идет еще. Кулак по ханту, дай. Он то идет, то не идет, не пойми. Звездочка, блядь. Тучу. Ебать. Всего красный выйдет там. Он умер. А, слабо. Ну и от красного он точно так же быстрее бы умер, чем он до него дошел. Ну да, все там. Там красный, кстати, лучше. Быстрее, быстрее кидайте на него заклинение. Пельмени. Еба. Каз.
колбы сейчас будут. Блядь, на меня. Земля пухом. И два пельменя. И два пельменя меня сбили. И живой, блядь, нихуя себе. У меня ридаровская хуйня была включена. Не, ну она, конечно, сейвит, но чтоб настолько, охуеть. Это хилы сработали, ебать, красавчики. Да, ой, молодец. 4% много, надо 2 сделать. Эти пельмени. Танки, сказал бы, что танки, красавчики. Замедление, замедление, да. Харчок. Милики красно. Меню. Короче, ДБМ не работает, я ебала в рот. Это по анимации ориентируюсь. Я не знаю, дура, потому что. Под зеленого. Дай нахуй нам ДБМ. Дура. Нормально уебал. Мэнси, бернешь БЛГ маму. Котяра Феникса. Это ты сейчас решил поиздеваться над моим ником? Нет, мне просто так нравится, как звучит. А мне не нравится, как он так звучит. Каску дайте, приста баф и лапку. Пельмени. Краска выходит. Не бить босса. Не бить босса. Все по красному. Заебись. Нормально, нормально. Да, дебиль. Киллшотик залетел. ССы. Гера. Ебашим. Я бы предпочел, чтобы вы повели против часовой стрелки его. И я. Это куда, налево? Всем похуй. Если бы у меня был, если бы у меня был, я вам поведу, Тадель, куда ты рейд увел? Да, я бегу пустой. Там рога ни одного нет. Что там у тебя с интернетом? Нормально все? Нормально, я зашел. Че, все, я не нужен? Не-не-не. Привет, бебочка. Здорово. Уже пока нет. Ну я тогда в кастомку пошел. Иди, иди. Колбы. Бобр, дай по этому танчику. Диван. Вторая пати ДК. Пельмени. Дай гимн сдох. Андертач, дай гимн на ХП. Выведи, выведи еще чуть-чуть босса вперед. Ясно. Вайп на профе. Круто. Да, он и, блядь. Танчик, почему на левичке 6 стаков? Тебя дали диван. Или стаки не скинулись? Не скинулся этот божественный вовремя, блядь. Пока нашел, макрос не вывел. Это не вставайте, я масс-рез дам. А стаки-то скидывались, я чуть-чуть заметил. Я тоже не заметил, кстати. Там вроде было 3 на нем потом. В
вроде на них вообще равно количество. Или он заходите, там рыба будет стоять. Или он в нем просто стоял до конца. Нет, нет, я вышел перед раундом. Ну уже в конце, наверное. Не ешьте. Меня, Юля. Ебать, шаману, который 12 тысяч дает на профи, ну не стыдно ли на РДДшник? Ресните двоих. Дига, тебе далеко бежать? И суманите. Это поставь очка быстрее при сумоне. Буйвол, ебать. Ты че, не резаешь друга своего? Славик. Леха буйвол, а ты будешь славян кабан. Нормально? Славик кабан. Он плюс ебашит. Настасья, вставай. А ты люля-кебаб будешь тогда? Похуй, кем хочешь буду. Если ты сделаешь себе ник на Славик Кабан, я сделаю люля-кебаб. Настя! Бигноми лежит. Гноми? Ты как, маленький гном? Быть гномом. Ой, что-то давно мы на профи не вайпались. Ну. Синдра впереди, нам езди вайпаться, ребят, соберитесь. Первый 16 трай, кстати, да. И 15 траев на профе. Да, сильно, конечно. Было времечко. Короче. Дайте портал маги. Случилось. Короче, у Юляши не работает ДБ. Поэтому за пельменями следите. Если Никита не проанонсит, глазки открывайте и смотрите. Блять, кто портал поставил? Ты пошло. Суманите, Бен. Промазал книгу, блядь. Ебать, ты прикалываешься. А куда Феникс ушел? Ебать, а что надо, чтобы эту форму получить? Вот друид стоит, сова. Задолатить. А, задон, задам только, угу. Понял. Будем добирать. Кит. Дальше добирать будем. Вон Беба пусть заходит. Вакуум. Он ушел на 10 минут. Окей. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штам чумы, которая уничтожит весь Азерот! Portal cast. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Меня.
Тоха буйвол, блядь. Найс, прожал уход в тень. Спасибо. Ушел в тень. Вот. Пельмени. Милики ушли в РДД. Милики ушли в РДД. Не бить. Все убрали из таргета петов, отозвали прочую хуйню. Там пельмени. Тоже перейдут. Блядь. Я тоже не поняла, если честно. Это что, от пельменей так сдохли? Вязкая гадость, вязкая гадость. 20 тысяч, 30, ой, это, 15 тысяч, 23 тысячи, там сверху еще 15. Играем, играем, убить можем. Звездочку. Засрать миликом. Подведите босса, мне же там кажется, уже не стоит долго. Пельмени. Бобр по танчику. Толка есть? Меня... ББР есть? Просто даем? Какие нахуй БР? У тебя пол рейда лежит. Вы уже засрали, уже скорее всего не убьете. Хп до хуя. Да, что-то 12 лямов хуетану. Сразу падаем, Никит? Ну, сомнительная хуйня, ну. Падайте, короче, блядь. Тоже заходите. Ебать, а вот это вот, когда 5 человек сдохло, это все двойной пельмень словили? Да, да, да. Жестко. 2 пельмени схватили. Ребята, я же сказал, у меня нету ДБМа, типа, если Никита не сказал, сами смотрите. Ждите анонса. А, так она там говорит голоском таким, баба эта, блядь, в ДБМе, блядь. Я не слышу вообще нихуя. Ребят, я только на нерусском базаре на некоторых боссах. Ребят, а что здесь на трех стаках, что ли, перетаунчивается? На четырех. Левичка, не забирай у меня на трех стаках, блядь. Бля, с таким рейдом, походу, на перерыве надо будет за пивом бежать, я хуй знает. Или что покрепче, ебать. Прекратите садиться в мид, там всегда стоит рыба в таких комнатах. Дайте ГБ. Дайте рыбу.
Нет, Андер, просто когда ты жмешь уход в тень просто так, мелики не могут подойти и бить зеленого. Если он возьмет в таргет мелика, мелика уебет. Нет, вот, когда ты один стоял и нажал уход, нормально, вот на этом пуле хуёво ты сделал. Кабан? Дайте шкаф, Луксора нет, Бентли, Стимса. Что, я иду? Ну, мы ж пешком бежим. К не надо было вставать, там жиреньку прожал шаман. Ну, поздно сказал, я сразу встал. Я тоже не знал, поэтому встал. Поставили, никого не присмотрели, все добежали, хорошо. Я сумоню тебя, Юлька. Спасибо. Ой, блядь. Там второй член заебал. После пула ты идешь. Убьем босса, потом отойдете. Будет вам перекур. Луксор, Фир. Я пью. Все хорошо. Пью. Водку, нет. Ебать, ну. Ой, если чё, готовь диван нахуй. У меня готов диван. Я понял. Сейчас, блядь, мои смотки прям вообще нахуй. Сейчас кидать диван. Ничего, с вами еще под мультикасы нет. Отводи уже. Он сразу как только кидает комбо, начинаю его уже вести. Поделенного. Крутой, блядь. Смотри, сейчас зеленый меликов, короче, откинет. Выберет цель и начинает профан вести вместе с зеленым к столу. Чтобы милики слишком много не бегали. Переводить. Че, блядь, аркватинг и профан. Ну да, блядь, не смог там. Пиздец. Да, блядь. Хуёво слабо. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это ещё куда? Сразу под стенку. Пельмени, отойдите. РДД, к вам тоже, блядь, большая просьба, спойте нахуй, пожалуйста, все, блядь, в меточке нахуй, а не рассасывайтесь, блядь, по всей комнате колбы отводи. Блять, потому что вы, блядь, заебали нахуй тут пытать эти пельмени. РДД по красному уже поехали. Пельмени. Мелики в красном. Комбы. Выводи. Пельмени. Сейчас как милики начнут убить зеленого, можешь уже в принципе потом профа отводить к стенке. Милики, пожалуйста, старайтесь летать все к столу. Ну, чисто тоха был. В лицо бить. Пельмени. Выводи. РДД все в одну меточку назад встали после пельмени. Всем похуй, Андрей. Кучнее еще, ребята, кучнее. Вам для чего метка там стоит? В красного уже играете. Адаль побежал.
А чё он бором не давал? Блядь. Да? А, да? Пельмени. Добивайся. Ой, блядь, чуть повезло этому. Выводи, выводи. Фрона не нажал, блядь, и хуя его нажал. РДД назад сейчас, ну, текущий. Отведи босс. По боссу все стопнет, сейчас играть. Веди Пурафа потихонечку к столу. А все, перевели. Гера, и добиваем слизня. Спейси, у тебя сейчас есть? По виду закинь. Там у этого ж должен быть диван. У бобра. Кинь по виду. На бобре есть сессор. Ребят, встаньте все в кучу в одну, чтоб ни лужа ни это не разотовать. Левичка первый танчит, если что. Выводите в имение. Вой, дай по левичке. Уже вышли. Че, не было? Угу, только, я возле лужи лежу там. Дашь щиток Даш? Или? Встаю. Даю. Ребафы на... Пельмени, отойдите. Кант опять поймал. Колбы. Выводите, босс. Бабр сдох, пока писал, красава. Mm-hmm. Ну, там чатик написал. Лужа. Пельмени. Танки подведите чуть-чуть ближе, босс. А, луксор. Луксор, дай по танчику. Въебало, въебало. Массия, бернишь его сразу. По танчику диван? Кучнее, ребят, ну чё вы так разобрали? Дал, дал, дал. Отведи колбы. Массия, бер. Не, не. Не надо ничего говорить. Ну ладно, похуй тогда бейте. Котяра, берни. Луксора. Колбы сейчас будут. Колбы ушли. Выводить пельмени. Все, добивайте. Это пиздец пот ебаный, нахуй. Я даже бабл в конце отдал. Я боешку заслужил, сука. Никитцы минус хипа. Это не игра нихуя, залупа. Тут большинство проблем, то что все стоят не в куче, и тут, блядь, пельмени летают вообще рандомно. Да, потому что глаза нужно открыть и смотреть пельмени самому. Да, в натуре, нет, нахуй. Ты слышишь, дело, что я сказал? Дело, ты, блядь, не поняла, этом. Может? Я говорю, да. Имеется в виду, что они летают, тише, понимаешь? Тише, как кто-то сзади тише, себя стоял. Тише, ребята, блядь! Дайте я сбежу. То, что глаза открыть, это понятно, но РДД, блядь, пожалуйста, учитесь стоять в меточке, блядь. Всегда тут стоят РДД в меточке, блядь. Выбежали вправо-влево, когда пельмени летят, вернулись обратно в меточку, чтобы не было такой хуйни, чтобы, блядь, сразу 5 человек, нахуй, не ложилось от этих пельменей. Вам для чего, блядь, эти метки ставят? Не просто так, блядь, для красоты. Я, короче, это... Я это извиняюсь, короче, ну, мне как бы, когда челик бежит с красным слизнем, я просто бегу его подхиливать, ну, чтобы доставать до него. Поэтому мне очень трудно, ну, в метку встать. Я бывает, выбегаю вперед, а потом возвращаюсь, и чтобы
не стопать каст по КД, так как я кастер, стою немножко сзади от рейда, ну, на РНЖ на максимальный. Я и покурить поэтому, отойду. Поэтому не... Ну, забиваю хуй на вот это, ну, на стояние в метке. Ну, был бы эрдру, я бы, наверное, мог бы стоять. Так что старался бегать, просто чтобы лишний раз на пельмени не отбегать. Ну, просто чтобы вас летело, а я стоял, хуй забил. Ладно, тоже покурить. Тут ты перерыв все-таки дал? Угу. Добрый ты, Никитка. Линки. Суманем айдик. К СФК выйдут люди. Кита, ты сам отошел? Адель, чекни вообще, сколько народу тут? Танк. Я тут, если что. Хилы тут? Ну, я тут точно. К сожалению. По три мобика поагрим пока. По три только. Да, на изи. Я на дроиде зайду пока, там попросили. Эту порошу надо вообще диспылить, усиление, не? Вон эта тварь, про которого я говорила. Как у них вообще? На нахуй. Тоха бухой, нихуя ты жесткий. Подожди ты, Никита АФК. Тель, дай ему пати. Чё за хуйня? Меня в паука превратили, Юля. Прости. А, видишь, магии много, я поэтому прошу всегда, чтоб шип говорили. На андертаче сейчас видела, на тебе нет. Вообще ебаные эти мобы, аж очко с них горит. Столько магии кидают. То какой прекрасный инст ТТГ. Хорошо, нет. Бегать не надо. Только на боссе, на этой собаке только заебываешься. Заебался на ДК вот так вот туда-сюда, нахуй. Чуть клавиатуру не сломал. Уж прям. Павик, для тебя это расплюнуть. Ну да. Минутку, АФК докурю, нормально. Курите, курите, у вас законный перерыв. Просто чекнули, если кто тут, чтобы просто так не стоять. Время не тратить.
Это маздиспел, поскорее всего. И по мне маздиспел. Нет, не спасает, там 6 стаков. Раз, ну типа, вообще 8 кидается. Видишь на мне, типа, сколько? 7, 6? Это секунд, ну не снимается, да, это хуйня. Короче, и по времени выходит так же, типа, я чекала. Либо ты диспелишь, типа, секунду, либо они спадают. То есть, оно то и выходит, понял? Нихуя не один понял, да. Подожди, я тоже нихуя не понял. Да, смысле, смотрите, вот эти цепи, вот, смотрите, кидается 8 стаков этих цепей, правильно? Нет, это 8 секунд. Вот, ну, смотрите, вот смотрите, если начать диспелить нон-стоп, это как раз выходит 8 секунд. То есть ты либо нет, не диспелишь... Да, не, ты мне рассказываешь. Вот ну... сейчас на кого-нибудь кинься, проверим. Ну окей, ладно. Да похуй. Я в тюрьме также нихуя не понял, просто убили босса, взергнули, блядь. Я каждый раз так нихуя не понял, просто стою и все. Нормально. Не надо сразу, нахуй, я вас кастрирую, блядь. Сейчас опять цагрится, блядь, весь вся комната, нахуй. Я это не буду релить. Не, аккуратненько агрится там этими своими шаклами, хуяклами. Сейчас, блядь. Я не умею. Пойду шаклить, я сагрю там доланы. Его нельзя диспелить. Если бы он снимался как метка, не писалось бы не успенчивость. Короче, смотри, вот отображается в Details, ой, в этом Voodoo, как магия. 8 стаков на 8 секунд. Ты когда начинаешь снимать, ты снимаешь по одному стаку. Как вот. Раз по одной если секунде. Он... И у тебя к концу, и у тебя к концу как раз то на то и выходит. Но если бы он снимался, он бы не писал не успенчивость. А ты кто? Какой ты класс? Меня снимал. Я Луксор. А я могу диспелить эту магию. Да я вы. Может, тебе показалось? Нет. Да похуй, нахуй это надо. Давайте. Не, ладно, я. И погнали. Советник. Нормально, советник стоит. Отлично. Кстати, перерыв кончился? Да. Закончился. Наверное, минуты две уже назад. Новый ДБМ, считай, нет ДБМа. У меня ничего не анонсит, типа, новый. Че? Угу. Если что, изменил 22 дня назад. Это старый же ДБМ. А вот, перед РТ скачал. А что за новый ДБМ? На который на гитхабе? Почему он с Айраловским не играет? Ну, там же написано, что изменения были 22 дня назад. Каким, Настя? С Адмираловским? По советнику? О, я с Сирусой качала с форума. Mm-hmm. Да, это и есть Адмиральский. У меня не работает. А чё вы, блядь? Пора шопить. Куда сделать? Не решили всех сами. По советнику первому играть. Прожимай, не зап... Советника заберите танки. На мага пошел.
Не знаю, блядь, я играла вот с Адмиралском, который где-то, блядь, в полезных аддонах я его еще давно скидывала. Еще год назад я его скидывала. И я его просто через аддон обновляю, и все. Вот. Нормально все работает. Вот мне ковер скинул, с гитхаба я качала, а тема на форуме у Тиранойза. Что за бой, блядь? Это не Адмирал? Качал? Я тоже качал Адмирал, который на гитхабе, только давно, а он работает у меня. Да, да, у меня Адмираловский работал. Вот сегодня я скачала, он якобы должен на ТТГ работать, новый ДБМ. Но у меня не работает теперь ЦЛК, и на ТТГ тоже не работает. А не, я не успела врубить на ТТГ. Галочки не поставил ЦЛК. Боже, да я уж после рейда буду делать. Потому что, типа, я даже помочь ничем не могу. Там вроде... Ну, блядь, я не знаю, мне вроде кто-то говорил когда-то еще давно, когда выпустили тюрьму, что вроде все работает, и так далее. А у меня Адмиральский тоже Да вон в Дискорде есть полезные донны вверх прогортай, там третье сообщение сверху. Мое сообщение. Там, блядь, прямо так и написано Адмирал ДБМ. Ну это да, Паша, вас там еще ж обновляют периодически. Кто скажет, почему бой у нас, нахуй? Бой висит. Где кто-то Валькиру сагрил? Наверное. Ваку ты не сагрил? Я просто вижу, ты бежишь. Нет. Вроде. У профа. Чё у профа? Жуки, блядь? Тоже не помню. А чё, вы их не убили, что ли? Два жука этих? Короче, вам проще, блядь, пулю с принцов и просто всем упасть, блядь. Чем бежать. Ебать, жестко, нахуй. Блядь, я хотела 264-й релик потестить, в итоге так нихуя не потестила. Жуки у профа, блядь, я охуею. Одна не понимаю, почему бой... Жуки, говорят, у профа. А чё там их, сука, залить так сложно или чё, блядь, я не понимаю. Там 20 тысяч хп у них. Ну, видимо, поленились либо. Пиздец, конечно, блядь. Хули. Кабан, пора вылетать, блядь. Мы сбросили комбат? Да, да. Угу. Шкаф ебаните. Спейси, Фир. Мула. Имел в хант. Сферки ваши. Демон оставит. Тыкать. Косить. Танки, сами разберитесь, кто кого танчит. Сверху, он знает, что делать. Я же сказала, Юлия поставила. А, я не слышала. Блядь, я тебе еще на профи говорю. А, ну ты там просто не ставила, поэтому я ставила. Тыкайте на ебучий сумон. Ну, блядь, тыкни. Мелхан, ты тут? Просто у меня на месте бежал. Бывают такие. Я стрельба. Интеллект, каска. Фонтан каска. Это есть. Four, three, two, one.
Вместо второй огонь поставьте. Да надо было со ступенек не уводить. Главное, не откидывайте танк. Прям очень мало. Блять, милики, вы даже можете куда не идти. Я напулю? Забери с меня сферку. Я ему шару дала. Папочка, ты уже сам срываешь. Все, не бейте. Пизды. Пусть набирается. Забери сферку, пожалуйста, с меня. Ох, насладитесь болью. Прольется кровь. Моя чаша полна. У тебя, я говорю, на капеле книжку пыли, и тебе надо будет ролить спарк, если ты вылетишь в школу. Или может баш, или стан, еще похуй на перелом, но более... Лестницы, поднимите, кинетику падает. Вихрь. Ты как падать. Умер. Ты принял РЧ, какой нахуй релок? Зачем ты тогда РЧ принимаешь? Добивать все кофе. Тебе тоже все выгодно. Ебаная озвучка в этом ДБМе обоссанная. Мне Настя на озвучку больше нравится. Ну что, капан, вылезет. Моя? Да, на фоне там, как деба в рот берет. А. Это да, это лучшая озвучка. Это я с тобой согласна. Да тут Кирилл на бебу ругался, просто не слышал. Ты что, как такой беба залетел в кастомку, у Андрея сразу там пиздатые скиллы пошли. Кабан? Страйк еще тут играет, не пойду, тут куда? Подровка, блядь? Дроплоки. Ой, дай респ, пожалуйста. А там кто-то кастует уже. Маме ресурс. Корбин Даллас ресурс. Хуль тебе надо. Где в вакууме? Я не вижу его. О, как кабану, хорошо, блядь, заходит от грифасика. Потом,
Отъебись пока. Страйки, нахуй, блядь. Ебать вы гоните, нахуй. Это клок. Клок хуя. Сыграйте, пожалуйста, по тактику того, у которого сейчас поменьше хп. Сначала тактика одного, потом второго, и потом уже какое-то. Блять, да вы заебали, станет, да? Опа, блядь, хорошие крики, уважаемые, нахуй. Кабан? Блядь, я кабан на дуэль. Короче, нахуй, я этих мобов щадить больше не буду, все, пиздаем, нахуй. А кто там на фоне разговаривает, это нормально? Да, это да. Кирилл. ГМ. Да. А, просто какие-то кабанчики, я что-то нихуя не врубаю. Это они в кастомной доте играют. Там у Дуратара шем выбивают. Да-да-да, я тоже про это подумал. Ну, видишь, эту тварюгу лучше фирять, чем он будет закидывать на всякой параше. Какой я скиллованный, оказывается. Ну, как охуенно. Ну, видал? В цепи фир просто дал, блядь. Мне кажется, это 10 ИП надо дополнительных дать. Один. Один ИП тебе. Ну какой один? Ну как я ставку буду делать? Запульните вниз сюда, могу. Кит, ты тут? К сожалению. К сожалению, Никита тут. Сейчас у тебя, по-моему, будет минус ИП. За что? За неуважение к РЛу. В смысле? Не было такого. Там, наверное, макрос пишет, отрубил наушник. Да я пока не забыла, чтобы бобру ИП начислили и, ну, типа, он перезашел. Его чара. Потом могу забыть просто. А почему должны вообще бобру ИП начислять? Его чаром зашли. Он сам ничего не делал. В смысле, он играл на бобре изначально. Так понимаю, это два брата или еще как-то у них. Так. Там... Но это все один человек делает. Ну, и ты хочешь, смотри, он отыграл бобром. Ты ему хочешь навара, типа, фул ЕП закинуть просто? Ну да. Я верну бобру там ЕП, которую снимал, и сниму Коби. Ну так а если. Ну, если так, а нахуя он тогда шел, блять? Вообще колба-то моя с профа, блять, а не его, блять. Алло, блять. У тебя 0 ЕП, нахуй. Да мне похуй, блять. Давай я сейчас тогда на приста зайду, потом на ДК, блять, потом на шамана, нахуй, на всех боссов, блять. И полутаю там, нихуя себе. Так, давайте трейд, у кого фласки закончились на СПД. Может быть. Блять, у Коби тоже ноль, ему нихуя не снять. Пиздец. Мы сейчас того обратно снимаем, блядь. Шкаф. Вот укусы. Первый укус ловит. Скорее всего, поэтому с пула вы не влетаете, он слабенький. Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте. Какая погода у вас? Чтоб он точно забрал. Все на пулы идут в танчика. И не иначе. Приятные СПД фласки.